Айо, всем привет, дорогие друзья, и сегодня на данном видеоролике расскажу вам, как вы можете приобрести, то есть купить тон за рубли. В данном видео расскажу действительно рабочий способ, как вы можете это сделать, не попадаясь на мошенничество и так далее. Этим способом я пользуюсь уже давно и покупаю криптовалюту по переводу SBP и также по карте MIR, MasterCard или Visa. Все работает практически идеально. И никаких проблем с работой данного сервиса, который буду показывать в данном видеоролике, я не обнаружил. Так что я могу сказать, этот способ действительно безопасен в данное время, и вы можете этим пользоваться. А этот сервис мне посоветовал друг, когда мне нужно было приобрести тон. У меня были только рубли на российской карте. Я быстренько купил через SBP, и эти тоны появились у меня в кошельке. Я вот пользуюсь кошельком TonHub, вы можете пользоваться Wallet, либо вообще другим кошельком, где есть тон. Как видите, я создал новый кошелек для демонстрации работы способа. И видите, у меня здесь 0 долларов и 0 тонов. Также мы должны перейти в Safari. Давайте перейдем уже в сам сервис. Сервис называется coinfloat.me. Как видим, он здесь на первой странице. Ссылку оставлю в закрепленном комментарии под данным видео. Переходим на этот сервис. Как видите, здесь такой простой сайт. Также есть логотип BestChange, почта для поддержки. И что мы можем купить? USDT за карту в один клик. Курс очень приятный. Он уже держится практически давно. Сначала думал, что это какое-то мошенничество. Но, видимо, ребята нашли какую-то там связку и прокручивают эти рубли дешевле в криптовалюту. Как видите, тут можно выбрать тип токена, очень много, можно выбрать USDT, TRC, ERC, также у них появился, вот этого не видел, USDT Tron, точнее TON, и вот сам есть TONCOIN на последней стороне, на последнем вот этом вот листке. Нажимаем сюда, сайт просит нас ввести свой кошелек. Мы должны, чтобы получить свой кошелек, мы должны нажать кнопку «Получить» и скопировать. Вы это можете сделать абсолютно в любом кошельке, как я вам и говорил ранее. Просто скопируя свой кошелек из любого приложения, либо там бота. Введите свой кошелек. Давайте вставлю свой кошелек. Также нужно ввести свою почту. Ввел свою почту, но нас тут приветствует, что введите сумму минимум 5 долларов получается. Если вводим 4, не получается. Давайте 5. На 5 долларов. И кнопка оплатить появилась. Нажимаем кнопку оплатить. Так, мы ввели свой кошелек и ввели свою почту. Нажимаем кнопку оплатить. Нас перебрасывает на систему оплаты. Как видите, CoinFloat, назначение платежа, счет на оплату, касса. И мы должны будем оплатить через SBP переводом там на карту вроде бы как. Либо там по QR-коду. Совсем разные способы предлагает. Ну давайте я оплачу и продолжу запись видеоролика уже в своем кошельке. Ну что ж, дорогие друзья, мне тоны успешно пришли на мой счет. Как видите, данным сервисом можно пользоваться. Я его всем рекомендую на данный момент. Всем спасибо и всем пока.